Привет, Альфа Омега! Поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом! Это Марина Зневич и большой привет из Лондона! Хочу вам рассказать, как готовятся к Рождеству в Англии и вообще в Британии. Первая традиция называется Christmas Card – рождественские открытки. Зародилась она в 1843 году. Люди начали посылать друг другу рождественские открытки, чтобы показать свое внимание, заботу и любовь. Следующая традиция называется The Christmas Tree или рождественская елка. Начали ее устанавливать в Великобритании в 1830 году как символ жизни и благополучия. Следующая традиция называется The Mince Pies. Mince – пироги, которые делали с мясом, фруктами и специями. В них входило 13 ингредиентов, которые символизировали Христа и 12 апостолов. Эти пироги можно купить и сейчас. Они продаются во многих магазинах Лондона. Следующая традиция называется Christmas Stockings или рождественские чулки. Верят, что на утро в Рождество в этом чулочке, который висел над камином, могли найти подарочки от святого Николая только те, кто вели себя очень хорошо целый год. Следующая традиция зародилась в 1840 году и до сих пор прожила до наших дней. Называется она Christmas Crackers – рождественские крекеры. Двое людей разрывают крекер, и когда он рвется, издает звук крак, получает подарочек, который содержится внутри, тот, кому досталась основная часть. Внутри крекера содержались небольшие сувениры, бумажечки с шутками, и их в основном используют для вечеринок, для развлечения публики. Следующая традиция называется Christmas Turkey – рождественская индюшка. Зародилась она в 1526 году и пришла из Мексики. Еще существует такая традиция, как делают рождественский пудинг – Christmas Pudding. На самом деле это фруктовый торт, который делают из муки и сухофруктов. Он очень сладкий, но относительно полезный. Еще есть традиция, поют Christmas Carols
или по-нашему колядки. Она сохранилась еще с викторианских времен и дожила до наших дней. В основном это христианские песни, в которых воспевается рождение Христа. Конечно же, очень много, и их все не вместишь в одно видео, но на Украине не меньше. Всех люблю, скучаю, пусть вас Бог хранит и благословит. Хорошего всем Рождества и счастливого Нового года. С любовью, Марина.